Антон Чехов, «Маска». В Иксовском общественном клубе с благотворительной целью давали бал-маскарад, или, как его называли местные барышни, бал-парей. Было 12 часов ночи. Нетанцующие интеллигенты без масок, их было 5 душ, сидели в читальне за большим столом и, уткнув носы и бороды в газеты, читали, дремали и, по выражению местного корреспондента столичных газет, очень либерального господина, мыслили. Из общей залы доносились звуки кадрили в вьюшке. Мимо двери, сильно стуча ногами и звеня посудой, то и дело пробегали лакеи. В самой же читальне царила глубокая тишина. «Здесь, кажется, удобнее будет», — вдруг послышался низкий придушенный голос, который, как казалось, выходил из печки. «Валяйте сюда! Сюда, ребята!» Дверь отворилась, и в читальню вошел широкий приземистый мужчина, одетый в кучерский костюм и шляпу с павлиньими перьями, в маске. За ним следом вошли две дамы в масках и лакей с подносом. На подносе была пузатая бутыль с ликером, бутылки 3 красного и несколько стаканов. «Сюда! Здесь и прохладней будет», — сказал мужчина. «Становь поднос на стол! Садитесь, мамзели! Je vous prie à la Tremontran! А вы, господа, подвиньтесь, нечего тут». Мужчина покачнулся и смахнул рукой со стола несколько журналов. «Становь сюда! А вы, господа читатели, подвиньтесь, некогда тут с газетами да с политикой. Бросайте!» «Я просил бы вас потише», — сказал один из интеллигентов, поглядев на маску через очки. «Здесь читальня, а не буфет. Здесь не место пить». «Почему не место? Не что стол качается или потолок обвалиться может? Чудно, но некогда разговаривать. Бросайте газеты, почитали малость, и будет с вас. И так уж умные очень, да и глаза попортишь. А главнее всего, я не желаю, и все тут». Лакей поставил поднос на стол и, перекинув салфетку через локоть, стал у двери. Дамы тотчас же принялись за красное. «Да как это есть такие умные люди, что для них газеты лучше этих напитков?» — начал мужчина с павлиньими перьями, наливая себе ликеру. «А по моему мнению, вы, господа почтенные, любите газеты от того, что вам выпить не на что. Так ли я говорю? Ха-ха, читают. Ну, о чем там написано, господин в очках? Про какие такие факты вы читаете? Ха-ха, ну да брось, будет тебе кочевряжиться. Выпей лучше». Мужчина с павлиньими перьями приподнялся и вырвал газету из рук у господина в очках. Тот побледнел, потом покраснел и с удивлением поглядел на прочих интеллигентов. Те на него. «Вы забываетесь, милостивый государь», — вспыхнул он. «Вы обращаете читальню в кабак. Вы позволяете себе бесчинствовать, вырывать из рук газеты. Я не позволю. Вы не знаете, с кем имеете дело, милостивый государь. Я директор банка Жестяков». «А мне плевать, что ты Жестяков. А газете твоей вот какая честь». Мужчина поднял газету и изорвал ее в клочки. «Господа, что же это такое?» — пробормотал Жестяков, обомлев. «Это странно, это даже сверхъестественно». «А не рассердившись», — засмеялся мужчина. «Фу ты, ну, ты испугался. Даже поджилки трясутся. Вот что, господа почтенные, шутки в сторону. Разговаривать с вами мне неохотно, потому как я желаю остаться тут с мамзелями один и желаю себе тут удовольствие доставить, то прошу мне не притикословить и выйти. Пожалуйтесь». «Господин Белебухин, выходи к свиньям собачьим. Что рыло наморщил?»
Говорю, выходи, стал быть, и выходи. Живо меня! А то, гляди, не ровен час, как бы в шею не влетело. То есть как же это? Спросил казначей сиротского суда Белебухин, краснея и пожимая плечами. Я даже не понимаю, какой-то нахал врывается сюда, и вдруг эдакие вещи. «Какое такое слово нахал?» — крикнул мужчина с павлиньими перьями, рассердившись, и стукнул кулаком по столу так, что на подносе запрыгали стаканы. «Кому ты говоришь? Ты думаешь, как я в маске, так ты можешь мне разные слова говорить? Перец ты этакий! Выходи, коли говорю! Директор банка, проваливай по добру, по здорову! Все уходите, чтоб ни одной шельмы тут не оставалось! Айда к свиньям собачьим!» «Вот мы сейчас увидим», — сказал Жестяков, у которого даже очки вспотели от волнения. «Я покажу вам! Эй, позови-ка сюда дежурного старшину!» Через минуту вошел маленький рыженький старшина с голубой ленточкой на лацкане, запыхавшийся от танцев. «Прошу вас выйти», — начал он. «Здесь не место пить. Пожалуйте в буфет». «Ты откуда это выскочил?» — спросил мужчина в маске. «Не, что я тебя звал». «Прошу не тыкать, а извольте выйти». «Вот что, милый человек, даю тебе минуту сроку. Потому как старшина и главное лицо, то вот выведи этих артистов под ручки. Мамзелям моим не нравится, ежели здесь есть кто посторонний. Они стесняются, а я за свои деньги желаю, чтобы они были в натуральном виде». «Очевидно, этот самодур не понимает, что он не в хлеву», — крикнул Жестяков. «Позвать сюда Евстрата Спиридоновича!» «Евстрат Спиридонович!» Понеслось по клубу. «Где Евстрат Спиридоныч?» Евстрат Спиридоныч, старик в полицейском мундире, не замедлил явиться. «Прошу вас выйти отсюда!» — прохрипел он, выпучивая свои страшные глаза и шевеля нафабренными усами. «А ведь испугал!» — проговорил мужчина и захохотал от удовольствия. «Ей-ей испугал! Бывают же такие страсти, побей меня, Бог!» «Усы, как у кота, глаза вытаращил! Хе-хе-хе-хе!» «Прошу не рассуждать!» — крикнула со всей силы Евстрат Спиридоныч и задрожал. «Выйди вон! Я прикажу тебя вывести!» В читальне поднялся невообразимый шум. Евстрат Спиридоныч, красный как рак, кричал, стуча ногами. Жестяков кричал, Белебухин кричал. Кричали все интеллигенты. Но голоса всех их покрывал низкий, густой, придушенный бас мужчины в маске. Танцы благодаря всеобщей сумятице прекратились, и публика повалила из зала к читальне. Евстрат Спиридоныч для внушительности позвал всех полицейских, бывших в клубе, и сел писать протокол. «Пиши, пиши!» — говорила маска, тыча пальцем ему под перо. «Теперь что ж со мной с бедным будет? Бедная моя головушка, за что же губите вы меня, сиротинушку? Ха-ха! Ну что ж, готов протокол?» Все расписавшись. «Ну, теперь глядите. Раз, два, три!» Мужчина поднялся, вытянулся во весь рост и сорвал с себя маску. Открыв свое пьяное лицо и поглядев на всех, любуясь произведенным эффектом, он упал в кресло и радостно захохотал. На впечатление действительно произвел он необыкновенное. Все интеллигенты растерянно переглянулись и побледнели, некоторые почесали затылки. Евстрат Спиридонович крякнул, как человек, сделавший нечаянно большую глупость. В Буяне все узнали местного миллионера, фабриканта, потомственного почетного гражданина Пятигорова, известного своими скандалами, благотворительностью и, как не раз говорилось в местном вестнике, любовью к просвещению. «Что ж, уйдете или нет?» —
— спросил Пятигоров после минутного молчания. Интеллигенты, молча, не говоря ни слова, вышли на цыпочках из читальни, и Пятигоров запер за ними двери. «Ты же ведь знал, что это Пятигоров!» — хрипел через минуту Евстрат Спиридонович в полголоса, тряся за плечо лакея, вносившего в читальню вино. «Отчего ты молчал?» «Не велели сказывать?» «Не велели сказывать. Тогда сожжу я тебя, анафему, на месяц. Так тогда будешь знать. Не велели сказывать. Вон!» «Вы-то хороши, господа!» — обратился он к интеллигентам. «Бунт подняли! Не могли выйти из читальни на 10 минуток. Вот теперь и расхлебывайте кашу. Эх, господа, господа! Не люблю, ей-богу!» Интеллигенты заходили по клубу унылые, потерянные, виноватые, шепчась и точно предчувствуя что-то недоброе. Жены и дочери их, узнав, что Пятигоров обижен и сердится, притихли и стали расходиться по домам. Танцы прекратились. В 2 часа из читальни вышел Пятигоров. Он был пьян и пошатывался. Войдя в хату, он сел около оркестра и задремал под музыку, потом печально склонил голову и захрапел. «Не играйте!» — замахали старшины музыкантом. «Тссс! Егор Нилович спит!» «Не прикажете ли вас домой проводить, Егор Нилович?» — спросил Белебухин, нагнувшись к уху миллионера. Пятигоров сделал губами так, точно хотел сдунуть со щеки муху. «Не прикажете ли вас домой проводить?» — повторил Белебухин. «Или сказать, чтобы экипаж подали?» «А кого? Ты? Чего тебе?» «Проводить домой-с. Баиньке пора». «Да, домой желаю. Проводи». Белебухин просиял от удовольствия и начал поднимать Пятигорова. К нему подскочили другие интеллигенты и, приятно улыбаясь, подняли потомственного почетного гражданина и осторожно повели к экипажу. «Ведь это одурачить целую компанию может только артист, талант!» — весело говорил Жестяков, подсаживая его. «Я буквально поражен, Егор Нилович. До сих пор хохочу. Ха-ха. А мы-то кипятимся, хлопочем. Ха-ха. Верите? И в театрах никогда так не смеялся. Без накомизма. Всю жизнь буду помнить этот незапамятный вечер». Проводив Пятигорова, интеллигенты повеселели и успокоились. «Мне руку подал на прощание», — проговорил Жестяков, очень довольный. «Значит, ничего, не сердится». «Дай-то Бог», — вздохнул Евстрат Спиридонович. «Негодяй, подлый человек, но ведь благодетель нельзя».